Вы когда-нибудь задумывались, как быстро привлечь позитивные, неожиданные перемены в свою жизнь? Представьте себе, если бы существовал способ активировать древнюю тайну, способную изменить вашу финансовую судьбу за считанные дни. Сегодня мы собираемся раскрыть мощный метод, обещающий потрясающие результаты, и показать вам, как вы можете использовать этот метод, чтобы открыть двери к процветанию, о котором вы всегда мечтали. Приготовьтесь, ведь мы собираемся углубиться в исконные знания, способные пробудить скрытые энергии, способные привлечь возможности и награды, которые ждут вас. Задумайтесь на мгновение о том, каково было бы иметь возможность привлекать процветание почти волшебным способом. Если вы предприниматель, представьте, как появляются новые клиенты, ваши продажи растут в геометрической прогрессии и даже удача поворачивается к вам. Сюда входят и азартные игры, такие как лотерея, где этот метод может стать отличительной чертой. То, чем мы собираемся поделиться сегодня, это простая и доступная практика, но имеющая необыкновенный эффект. И чтобы активировать этот мощный код, все, что вам нужно, это ручка или маркер с красными чернилами. Если их нет, подойдут также зеленый или синий цвета, но важно избегать других оттенков. Секрет заключается в том, чтобы написать определенную числовую последовательность на ладони левой руки. Этот поступок является первым шагом к высвобождению потока позитивной энергии, которая может изменить ход финансовых ситуаций, особенно в срочные времена или перед лицом непредвиденных расходов. Простота этого метода делает его таким эффективным. Любой может применить его где угодно и когда угодно. И многие из тех, кто уже следует моим учениям, сообщают, что испытывают значительные и быстрые изменения. Прежде чем продолжить, не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями, чтобы больше людей могли получить пользу от этих ценных знаний. Теперь представьте, что будет дальше. Мы исследуем мощное влияние Архангела Уриила, известного как Ангел Мудрости и Процветания. Вместе мы активируем энергии, которые проложат путь к изобилию в вашей жизни. Готовы ли вы воплотить свои мечты в реальность? Оставайтесь с нами. Скоро я раскрою три священных числа, которые вам следует написать на ладони и которые могут привлечь удивительные события и неожиданные призы. Давайте вместе продолжим путь к процветанию, которого вы заслуживаете. Давайте поговорим о настоящем ключе к изобилию и процветанию в вашей жизни. Представьте себе древний метод, охватывающий поколения, способный привлекать деньги и возможности с почти магической точностью. Сегодня мы собираемся раскрыть мощный, но малоизвестный секрет, как сломать ограничивающие убеждения о богатстве и открыть двери к процветающей финансовой жизни. Прежде чем идти дальше, важно отпустить любые негативные мысли о деньгах и развивать восприимчивое мышление изобилия. В конце концов, когда мы держим свой разум открытым и ориентированным на процветание, финансовый успех приходит к нам естественным образом. Чтобы начать этот путь трансформации, мы будем использовать три различные энергии, и важно понимать, что недооценивать их важность было бы ошибкой. Практика, которой мы собираемся обучать, выходит за рамки простого ритуала. Это приглашение проявить то, чего вы заслуживаете. Благодарность является важным компонентом в этом процессе. Искренне выразите свою благодарность, поскольку именно такое отношение усиливает эффективность метода. Даже если вы настроены скептически в этот момент, верьте в процесс и сохраняйте свою веру непоколебимой, поскольку результаты, которые вы испытаете, заставят вас понять ценность этого древнего знания. Первый шаг – выбрать правильное время для выполнения этой практики. Но не беспокойтесь о фазах Луны или конкретных днях недели. Главное – ваше намерение. Выберите тихое место, где вы чувствуете себя комфортно, место, где ваша энергия может подняться и привести в соответствие с изобилием, которое вы собираетесь получить. Эта среда имеет решающее значение, поскольку она станет сценой для того,
что вам предстоит пережить. Возьмите под рукой ручку или маркер и напишите на левом запястье определенную числовую последовательность. Очень важно, чтобы она находилась в левой руке, так как именно сюда течет принимающая энергия. Последовательность, которую вам следует записать, состоит из трех чисел 520. Но не обманывайтесь ее простотой, поскольку эта комбинация обладает огромной силой для привлечения неожиданных денег и открытия новых источников дохода. Напишите число четко и так, чтобы его было видно, потому что, делая это, вы активируете частоту процветания в своей жизни. Выполняя это простое действие с полной убежденностью, вы отправите Вселенной четкий сигнал, показывая, что готовы получить то, что хотите. Это число, 520, уже давно используется теми, кто стремится быстро привлечь богатство, и его эффект неоспорим. Не ждите больше, чтобы попробовать эту практику. В конце этого видео возьмите ручку и напишите на левой руке 520. Делайте это с уверенностью и увидите, как результаты удивительным образом проявятся в вашей жизни. Не стоит недооценивать силу этого кода, это проверено годами. Возможно, сегодня вы начнете привлекать процветание, о котором всегда мечтали. Итак, не упустите эту возможность. Следующий шаг к вашей финансовой трансформации буквально у вас на ладони. Теперь давайте перейдем к следующему шагу этого мощного ритуала проявления. В это время мы призовем Архангела Уриила, одного из самых мудрых и доброжелательных хранителей, чтобы тот помог нам в процессе привлечения изобилия и процветания. Для начала вам нужно будет написать число 520 на ладони левой руки, так как именно сюда текут воспринимающие энергии. С помощью этого жеста вы настроите свою энергию на поток изобилия во Вселенной. Крепко держите левую руку, а правую руку откройте во время приема. Закройте глаза и приготовьтесь активировать код. Закрыв глаза и открыв сердце, произнесите вслух имя Архангела Уриила, повторив его трижды. Архангел Уриил, Архангел Уриил, Архангел Уриил. Почувствуйте присутствие этого просветленного существа вокруг себя, как золотой свет, окружающий все ваше тело, приносящий покой и ясность. В этот момент мысленно сформулируйте свое желание конкретно и четко, сказав что-то вроде: «Теперь я получаю деньги, которые мне нужны для срочного удовлетворения всех моих потребностей». Делайте это с убежденностью и уверенностью, поскольку сила вашей просьбы напрямую связана с интенсивностью вашего намерения. Далее вы повторите вслух число 529 раз подряд. Число 9 выбрано не случайно. Это символ достижения и завершенности, усиливающий силу кода активации. Если вы не повторите число хотя бы 9 раз, процесс может быть скомпрометирован. Поэтому сохраняйте сосредоточенность и концентрацию, очищая свой разум от любых отвлекающих факторов, повторяя 520, 520, 520 несколько раз, в общей сложности 9 раз. Каждое повторение следует выполнять целенаправленно и ясно, визуализируя поток изобильной энергии, втягивающийся в вашу жизнь. Выполняя эту практику, не торопитесь. Помните, главная цель – не просто быстро привлечь деньги, но и согласовать свою энергию с любовью, благодарностью и связью со своим Высшим Я. Поэтому делайте каждый шаг спокойно и с искренним намерением. Закончив, завершите словами «код активирован» и почувствуйте подтверждение того, что процесс выполнен успешно. Этот ритуал можно провести один раз. Но важно понимать, что это только начало пути открытия различным мощным энергиям, которые могут возникнуть. Будьте бдительны и восприимчивы к возможностям, которые Вселенная предоставит вам. Для дальнейшего усиления результатов мы поработаем с тремя ключевыми фразами, которые помогут устранить чувство вины и блоки по отношению к деньгам. Социальная обусловленность часто заставляет нас чувствовать, что стремление к богатству неправильно,
Но это не что иное, как ментальный блок, препятствующий проявлению изобилия. Сосредоточьтесь и повторите каждую из этих фраз 3 раза, позволяя негативным энергиям раствориться и замениться знанием того, что вы заслуживаете того, чтобы получить все, что хотите. С помощью этой практики мы устраним барьеры, отделяющие нас от процветания, и освободим место для жизни в изобилии и финансовой удовлетворенности. Чтобы выполнить этот мощный ритуал активации процветания, выполняйте каждый шаг с полным вниманием и намерением. Начните с написания числа 520 на левой ладони, священного кода, способного привлечь энергию изобилия и срочные финансовые решения. Закройте глаза, глубоко вдохните и осторожно прикоснитесь к цифре, повторяя вслух. Деньги как рис, деньги как рис, деньги как рис. Представьте себе, что вы ныряете в огромный океан, где вместо воды море рисовых зерен, символизирующих бесконечное изобилие. Почувствуйте, как каждое зерно представляет собой возможность, ресурс или решение, которое появляется в вашей жизни. Продолжайте повторять. Я ныряю в океан риса, я ныряю в океан риса. Позвольте мысленному образу усилиться, как будто вас окутывает постоянная волна процветания, смывающая любые сомнения и беспокойства. Визуализируйте денежное хранилище, большое хранилище ресурсов, которое открывается перед вами. Представьте себе, что вы берете из этого сейфа все, что вам нужно, без особых усилий, потому что поток непрерывен и нет недостатка. Продолжайте прикасаться к числу 520 на ладони и заявлять: я получаю деньги срочно. Их более чем достаточно, чтобы удовлетворить все мои потребности. Чтобы усилить силу этого ритуала, важно поделиться своим опытом. В комментариях напишите фразу, которая вам больше всего откликнулась. Деньги, как рис, я ныряю в океан риса, или денежное хранилище, денежный вклад. Ваше участие помогает усилить коллективную энергию этого ритуала, привлекая еще больше изобилия для всех. Помните, что повторение и искреннее намерение являются ключом к успеху этого процесса. Чем больше вы эмоционально связаны с этими словами и визуализациями, тем большую трансформацию вы можете стать свидетелем. На последнем этапе снова коснитесь священного кода на руке нежным, намеренным прикосновением, объявив вслух: «Я получаю деньги срочно и немедленно, в достаточном количестве, чтобы удовлетворить все мои потребности. Я благодарен и согласен с процветанием, которое приходит ко мне». Почувствуйте внутреннее подтверждение того, что это утверждение было зарегистрировано Вселенной. Не забывайте, что эту практику следует выполнять не в спешке, а с искренним сердцем и разумом, открытым силе этих священных энергий. Чтобы не пропустить ни одной важной детали, посмотрите это видео еще раз и запишите каждый шаг. Попробуйте этот ритуал сами и посмотрите, как он может изменить вашу финансовую реальность. Станьте свидетелем силы этих слов и силы вашего намерения. Прежде чем закрыть, не забудьте поделиться этим видео с друзьями и семьей в социальных сетях, чтобы другие, кто может столкнуться с финансовыми трудностями, имели доступ к этим знаниям. Не уходите, не поставив лайк под видео. Это помогает распространить это мощное послание большему количеству людей. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить следующий контент о том, как привлечь благополучие и изменить свою финансовую жизнь. Давайте вместе отправимся в путь к успеху, которого вы заслуживаете.